без сахара на радио BA. Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник День спасателя. Профессия – это одна из самых опасных профессий в мире, связанная с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Ну и в преддверии профессионального праздника спасателей пожарных мы прямо сейчас разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Это такая классная сумка, кружка, которая достанется тому, кто первым справится с вопросом. Ну, а вопрос как раз будет связан с... пожеланиями удачи, да. Вот. Ну что, этот вопрос выберем. Да, давай. Давайте. Мне очень нравится, например, морякам желают, значит, 7 футов под килем, да? Значит, аналогичное пожелание подводникам. Да, чтобы число погружений равнялось числу испытаний. А что говорят, желая удачи пожарным спасателям? Кто знает? Короткий смс-номер 104.6, телеграм радио, нижнее подчеркивание, BA. Чего желают пожарным спасателям? Вот, ну, как бы нужно... Какая тут логика? Какая логика? Представьте себе пожарного спасателя, и все станет понятно. Да. Наверное. А может быть и нет. Я прям... Мастер подсказки. А мы и будем подсказывать. Все, 104.6, телеграм, радио, нижнее подчеркивание, BA. Утро без сахара на радио BA. Спрашивали мы у вас, чего желают спасателям, пожарным спасателям. Вот как звучит специальное такое пожелание удачи? Ну что, есть люди, которые знают. Да, причем сходу ответили правильно. Сухих рукавов желают. Ну, рукавов не те, которые на пиджаке. Да, рукавов, шланг для подачи жидкости у пожарных. Вот. Ну, если он сухой, соответственно, нет, нет не пожаров, да. Все прекрасно. Все замечательно. И есть у нас победитель, тот, Николь. Самый первый. Да, Николь нам прислал или прислала? Послушай, прислала, я думаю. Николь? Ну, конечно. Мальчики Николь тоже бывают? Да, Николя, например, ну, да. Но будем... Мы, в общем, вас поздравляем. Поздравляем, аплодисменты, вот, да. Пожалуйста, и вам подарок с удовольствием вручим. От Минского городского управления МЧС подарок вам достается, а мы, в свою очередь, Минское городское управление МЧС с праздником поздравляем. Я напоминаю, 19 января в Беларуси отмечается День спасателя.